Здравствуйте, это ПС, Юнис и прогноз погоды. Прошу детей убрать от экранов, им не интересен погоды прогноз. А взрослых прошу уместиться в диванах и с интересом вытянуть нос о погоде в Архангельской области на 15 число. Встречайте, Котлас плюс 7, пасмурно, дождь и слабый ветер. Далее Плесецк плюс 8, дождик, ветер умеренный. И Вельск плюс 10, пасмурно, возможен дождь и ветер слабый. Собственно, о погоде в Архангельске. Утром плюс 4, пасмурно, дождь. Днем плюс 7, пасмурно, дождь. Все спокойно, как течение северных рек. Но вечером, вопреки ожиданиям, 0, облачно, снег. Весна только пришла, а мы уже в ожидании лета. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журнале увидала королеву красоты. До встречи на телеканале ПС.